Всем здрасте, с вами Расти. Сегодня 25 декабря стартовал новый ивент, ребятки. Появился Дедушка Мороз и Санта-Клаус. Данные товарищи двигаются по территории Таркова. На локации таможня, шанс спауна 25. В принципе, на всех локациях, кроме завода, с 10 до 20% шанс спауна Деда Мороза. Дедушка ходит по всей локации, поэтому нет определенного спауна. А как только увидите Дедушку, по нему сразу не стреляйте, поскольку у вас отнимут целую единицу кармы. Если вдруг убьете Дедушку, мало единицу получить, вы еще получите в глаз, скорее всего, от его спецназовцев, ребята. Появляется спецназ, очень такие вооруженные ребята, фулочки, сложный соперник, поэтому Дедушку не обижайте. Скидывайте Дедушке лут, он будет вам скидывать в ответ подарки, новогодние подарки. Также добавили крафтфайера, который при использовании будет делать диких безобидными. По вам дикие стрелять не будут. Как выглядит Дедушка, ребят, сообщение от лыжника по Дедушке Морозу. Аварийный сигнал, крафт, нужна элитка, порох синий, еще 3 выстрела, ред, теплоочиститель. Вчера в игру добавили елочку, убежку, крафт, 3 пива. Пока елочные игрушки у нас не используются, их пока не добавили, скорее всего добавят после вайпа. Вот так выглядит ваше убежище после крафта. Итак, ребятки, пока мы для вас монтировали видос о ивенте с Дедом Морозом, 25 числа в 7 вечера запустили еще один ивент. Поступило такое вот сообщение. Давайте не будем смотреть его. Вот перевод данного сообщения. В общем, ребята юсеки просрали склад свой с гранатометами. Дикие зашли на склад. Им, скорее всего, помогли пиры, как следует из этого сообщения. И своровали кучу гранатометов. Теперь у диких есть гранатометы. Эй, земляк, мы стрелять не хотим! Так вот это обычный, да? Вот это обычный граник. 301 мгновенного доступа. Алло. Весь лут убрали с локации. Нет лута сейчас у нас в схронах егеря, в аирдропах, в мечной комнате, в куртках, во всех кейсах, сумках лута нет. Поэтому не удивляйтесь, когда вы лутаете там еду, медицину, ничего не будет. А весь лут собран, получается, на локации в одном единственном месте. Возьмем таможню, на таможне это склет, новая стройка. Получается, весь дорогой, самый дорогой лут собран в одном месте. Лаборатория это на котах, там где круглый стол. Взять берег это перед санаторием, админ крыло, центральный вход. В лесу это МЧС, на развязке это Киба и Мантис, на резерве это вертолет перед пешками и маяк, вертолет у отступников. Это вот локации, на локации, где находится весь лут, ребят. Видеокарты, драгоценности, к сожалению, стриминговых предметов там кошелька Вивза нет. Хотя сегодня нам один подписчик сообщил, что нашел кошелек, но принтскрин не предоставил. Поэтому, скорее всего, я уже не успею сделать капу на хардкоре, ребятки. 100 дней мы уже пытаемся ее взять, но у нас пока ничего не выходит. Ребят, у нас пока ничего не выходит. Сейчас еще будем дальше играть, пытаться, будем бегать, стреляться, будем искать кошелек. У диких, я не знаю, там, у отступников, ну, все-таки нельзя опускать руки. По поводу вайпа, ребята, насколько помните, был зашифрован код, циферка 26 была в этом коде. Мы думали, что вайп будет, соответственно, завтра. Никакого сообщения нет по поводу вайпа, по поводу установки. Поэтому, скорее всего, вайп 28-го, наверное, через пару дней. Обычно перед вайпом часиков в 5, ну, с 3 до 5 приходит сообщение, типа, завтра будет установка патча, займет установка 5 часов. Но этого сообщения мы еще не получили, ребят. Поэтому что загадывать? В общем, ждем вайп. С наступающим Новым годом, друзья, с наступающим вайпом. Праздниками вас, дорогие. Спасибо за просмотр данного ролика. Видео понравилось, ставим палец вверх. Не понравилось, палец вниз. Все просто. Комментируйте, пишите, по вашему мнению, когда будет вайп. Всем пока. Пока.